25 лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – это знаковое событие не только для Казахстана, но и всего мирового сообщества. Так считают немецкие эксперты. По их мнению, вклад нашей страны в глобальный процесс ядерного разоружения неоценим. Казахстан не только добровольно отказался от четвертого по величине арсенала ядерного оружия в мире, он активно призывает и другие страны последовать своему примеру. Казахстан навсегда отказался от ядерного арсенала. Это пример, которому действительно нет аналогов. Сейчас, в наше время, в глобальном разоружении появилась еще более острая необходимость. Например, Северная Корея вооружается атомными бомбами. И прошлое нас учит тому, что война может повернуть мир в бездну. Я считаю, все правительства и главы государств должны прислушаться к инициативам Казахстана, к словам казахстанского лидера. Я еще раз хочу подчеркнуть, атом не должен использоваться для создания оружия, а только в мирных целях. И размещение банка низкообогащенного урана в Казахстане мы можем только приветствовать. Он может спасать жизни и использоваться в медицине.